Это будет у нас гетры и кофточка одновременно. Вот эта вот ширина, это я прям в натяжку померила по кукле. Длину делала уже кто какую хочет. Коротенькие, длинные шорты. Я сейчас прострочу низ, и я прямо на кукляше покажу вам. Подогнула я низ штанишек, подрезала здесь прям под строчечку, так как это трикотаж, он не сыпется. Теперь я делаю соединительный шов. Сначала я закалю низ, чтобы он ровненько у меня был. Строчку для трикотажа я ставлю двоечку или 1.8. И не забывайте менять иголочку. Для трикотажа я использую или иголочку для джерси специальную. Упс, вот такую вот. Или голпоинт. Голпоинт — это на конце иголочки такой шарик есть, и он не создает дырочку на трикотаже. Очень удобно. Я в вышивке тоже уже года два их использую постоянно для трикотажа. Вот наша будущая куколка. Эта шапочка у нее не будет, у нее классный рыжий такой длинный волос. Потом в конце видео я вам покажу. Это я просто пробовала шить новый вид шапочки, я на ютубе нашла классный. И она просто как у меня моделька работает для примерки. Значит, смотрите, я подшила гетры. Теперь надо найти серединку. Я ее отмечаю. Шов делаем назад, они будут прямо на попе у куколки. Соединяю, чтобы края совпадали штанишек. И теперь я хочу длинные гетры, у меня где-то кеды будут подсюда. Значит, гетры вот отсюда хочу, чтобы начинались. Может, и коротенькие тоже интересно будут, но... Я вижу свою будущую куклу с длинными гетрами. Можно колготками сделать. Теперь мне надо померить, где вырезать у нее ножки. То есть кеды здесь, гетры здесь хочу, вот совпадает. И где-то приблизительно вот тут заканчивается. Так, убираем кукляша. Вот тут у нас будет пройма. Можно даже прям по кукле, мне кажется. А потом я померю приблизительно линейкой, одинаково или нет. Так как у нас ткань растягивается, то можно прямо в обтяжечку. Я сейчас маленький марк сделаю. Вот так вот. Вот. То есть вот здесь вот так вот я зашью до низа. И гетры будут готовы. Верх зашивать не буду, потому что я прям на кукле его аккуратненько вниз спрячу и клеем заклею. Одежда несъемная на этой кукле планируется. У меня ремонт идет у соседей за окном. Они площадку себе новую готовят. Бетонируют все, вот шум, весна началась.
и стоит такой шум. Вот здесь надо проверить, чтобы совпадало одинаковое расстояние, потому что я вижу, что здесь больше. Вот у меня здесь есть внизу линеечка, я думаю, на камеру она не попадет. У меня показано, что здесь 3, вот здесь 3 сантиметра. Значит, сейчас я здесь 3 сантиметра померяю. Хотя, вы знаете, здесь тоже 3 сантиметра, а мой глазомер говорит, что здесь больше. Очень странно. Ну, буквально 2 миллиметра разница. Да. Все, я иду на машинку, вот просрачиваю, вот прямо вот здесь по шву, а потом буду вырезать.